Итак, уважаемые коллеги, время 15:05 по Москве, и мы начинаем наш вебинар, который назвали «Дистанционное обучение и разработка дистанционного занятия», хотя первоначально оно у нас имело другое название, но мы сейчас немножко поговорим об этом. Я сделаю буквально небольшое введение, основную практическую часть проведет преподаватель нашего центра Ирина Николаевна Лебединцева. Итак, мы бы хотели затронуть и раскрыть в общем некоторые вопросы, связанные с цифровизацией, с дистанционным обучением, потому что, на мой взгляд, нельзя только рассматривать сегодняшний контент, который мы имеем с точки зрения дистанционного обучения, ну и посмотреть, в принципе, ту проблематику, в которую мы сейчас входим. Мы в последнее время в своем центре начинаем вообще разговаривать про развитие цифрового интеллекта. И мне кажется, сегодня, когда мы всех ребят выводим в дистанционное обучение, в той или другой степени необходимо эти понятия или эти темы затрагивать, потому что, конечно, дистанционное обучение не равно переводу в интернет образовательного контента. Это намного более сложная система, но никогда в мире не было такой ситуации, когда, по данным ЮНЕСКО, 87% детей школьного возраста в мире перешло в дистант. В связи с этим как раз ЮНЕСКО создает коалицию, образовательную коалицию для того, чтобы понимать и обсуждать не только, конечно, вопросы организации обучения в интернете, но и все риски, которые с этим связаны. Поэтому цифровой интеллект как раз о том, что нужно помнить для того, чтобы переводить и приглашать ребят, в том числе разного возраста, в интернет. Конечно, когда много лет назад мы говорили о цифровизации, мы говорили о автоматизации различных процессов, а не только о переводе образования. И в этом смысле нужно помнить, что тема цифровой трансформации школы и автоматизации различных совершенно процессов, она сегодня стоит на повестке, и, конечно, администрациям нужно понимать школ, и в меньшей степени это, конечно, относится к нашим центрам Кешер, а в большей степени к обязательным образовательным учреждениям, которым необходимо вести учет, что необходимо еще и вести отчетность о результатах образовательной деятельности, ставить оценки и в результате выводить какие-то итоговые баллы за образовательный процесс в течение года. Традиционно мы никогда не говорили о полном дистанционном обучении. Мы говорили о преимуществах дистанционного контента с точки зрения смешанного обучения. Мы всегда понимали, что часть материалов можно передать в интернет, на дистант, но это не исключало то, что в экспертном, фасилитационном, тьюторском и различном формате педагог присутствует. Что же сегодня происходит? Сегодня мы говорим о том, что от дистанционных курсов, которые обычно разрабатывались для мотивированных, и в основном на них учились те люди, которые склонны или хотели узнать что-то новое, или склонны обучаться, или им интересно узнавать что-то новое. Сейчас обязательно дистанционное обучение – это, конечно, для всей системы вызов. И поэтому нужно рассматривать то, что сегодня можно делать, с учетом того, что сегодня достаточно много есть возможностей, но не хотелось бы делать, что называется, дурную работу, и все, что сегодня делается, можно рассматривать с точки зрения, как мы это можем использовать завтра, для когда мы вернемся в обычную систему образования.
В этом смысле очень быстро мы говорим о разных платформах и сервисах, которые мы используем для дистанционного обучения. Часть из них уже вы посмотрели, и Илья Спивак нам рассказывал про Zoom и про TrueConf. Есть, конечно, более мощные, вообще мощные системы для организации дистанционного обучения, такие как GetCourse, TeachBase, но GetCourse – это платформа для платного обучения, потому что там все бизнес-процессы есть, там встроенные чат-боты и так далее. Там очень серьезная отчетность по тому, как проходит обучение. Сегодня, конечно, в большей степени для нас интересны бесплатные курсы, и мы в центре Кешер использовали в прошлом году, и вы знаете, платформу Moodle для того, чтобы разработать курс для центров Кешер. Сегодня открыты контенты и системы массового онлайн-обучения, и, конечно, этим необходимо пользоваться и смотреть. Мы говорим о том, что и сегодня посмотрим одну из платформ для дистанционного обучения, которая переводит часть контента в онлайн и группирует с учетом современных технологий. Это CoreUp, о котором вам Ирина Лебединцева будет рассказывать. Как я уже сказала, вы уже посмотрели Zoom и TrueConf, но нам бы хотелось сегодня показать и остановиться на том, как, используя эти платформы, можно все-таки организовать интерактив. Не просто включая микрофон и видео, но еще предлагая какие-то групповую работу, заполнение карточек и какие-то опросы, которые можно потом использовать в рамках этой работы. Хотелось бы после нашего вебинара дать некоторые материалы, но вот на два из них я сейчас уже сошлюсь. То есть в России есть такое направление, многие, наверное, знают, как национальная технологическая инициатива, и подготовкой талантов занимается кружковое движение. Кружковое движение, в прошлом году мы с кружковым движением ОРТ провел совместную летнюю смену, это был очень интересный опыт. Сейчас же кружковое движение разработало Вики платформу, где собирает достаточно много информации для технологического обучения. Здесь есть курсы и подборки по биотехнологиям, искусственному интеллекту, беспилотников, то, что для школ ОРТа очень интересно, и все это можно посмотреть и использовать. Еще хочу сделать ссылочку, это будет интересно и школам, и администрации, и центрам Кешер, ОРТ Кешер. Это недавно выпущен глобальный отчет о образовательном ландшафте EdTech, который дает именно обзор существующих и сервисов, и платформ. Он на английском языке, но мне кажется, это очень интересный сегодняшний взгляд, современный, на то, что происходит сегодня в этом направлении. Еще раз напомню, для центров ОРТ Кешер мы в прошлом году разработали, он до сих пор живет на Moodle, на сайте Санкт-Петербургского центра, курс технологий цифрового общества для женщин. Конечно, он не так прост для использования, потому что для того, чтобы его использовать, нужно создать группу для своего центра, зарегистрировать всех слушателей, анализировать журнал о прохождении курса, выставить дедлайны, которые необходимы в рамках этого курса, и только тогда можно увидеть, что же происходит со слушателями вашего курса. С учетом того, что в прошлом году не все взяли этот курс не только из-за каких-то технических вещей, но, может быть, какие-то и контентные вещи мы не учли, в этом году мы разработали материалы для, мы не будем говорить, что это цифровой курс, мы его позиционируем как цифровой клуб Digital Lady, мы назвали его «Баланс и цифровая трансформация»,
Мы не будем сейчас рассказывать более подробно про этот курс, потому что 9 апреля в 15 часов московского времени мы презентуем этот курс и очень детально посмотрим, какие там темы есть и какую практику для обучения мы предлагаем использовать. Наверное, было бы интересно, вот мы разговаривали с нашими педагогами, объединить усилия и, может быть, сделать такую совместную серию занятий, вебинаров от экспертов для всех центров Орткешер. Мы можем со своей стороны предложить несколько тем, которые можем провести для всех слушателей центров. То есть это именно не для преподавателей и организаторов центров, а непосредственно, я думаю, что можно выделить время, подготовиться, составить какой-то список и график вебинаров, и те центры Орткешеры, которые готовы будут предложить занятия, могут заявиться, и наши слушатели могут услышать разные занятия, поучаствовать в разных вебинарах с экспертами из разных стран. Можно его сделать дистанционную часть на CoreUp, а коммуникационную часть и интерактивную на платформе Zoom. Что же сегодня происходит и как можно использовать ту платформу, о которой мы сегодня в основном будем говорить? В основном расскажет Ирина Лебединцева, как я уже сказала, но прежде чем перейти к этой практической части, хочу обратить внимание, что, ну, я специально очень быстро пробежалась по каким-то общим вещам, можно, как всегда, задать вопросы какие-то в чате, и я вышлю вот эту ссылку в чат, практика вебинаров, которые проводятся ОРТом, такова, что участники вебинара могут получить сертификат по ее теме, и для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо будет заполнить эту анкету. Я ссылку на эту анкету вышлю в наш чат, для того, чтобы вы могли себе ее скопировать, а потом заполнить. Итак, я останавливаю свою презентацию, передаю слово Ирине, для того, чтобы начать уже практическую часть. Добрый день. Сейчас я включу видео. Так, добрый всем день. Рада, что нас собралось достаточно много. Надеюсь, что это как раз люди, которых волнуют вопросы дистанционного обучения. Я сейчас... Елена Григорьевна, вы мне передали уже, да, демонстрацию экрана? Я выключила свою, да. Ага. Так. Так, ну, начнем мы... все-таки с двух слов о том, что же такое дистанционное обучение. Из классической педагогики это обучение просто в другой форме. Значит, последние слова в определении, что такое дистанционное обучение, реализуемые средствами интернет-технологий, но я хочу обратить ваше внимание, что если форма другая, то все равно в дистанционном обучении остаются компоненты, присущие учебному процессу. Цели, содержание, методы, средства обучения. Просто мы это обучение проводим в другой форме. Какие проблемы возникают? Проблем на самом деле возникает достаточно много, и, значит, вот сегодня некоторые из них мы постараемся обсудить. Проблема связана с тем, что учитель в дистанционном обучении не видит ученика. Мы с вами не знаем, делает он задание, не делает, понятно ему то, что мы говорим, непонятно, в том направлении он идет или не в том направлении. Это вот в корне меняет ситуацию. Поэтому в дистанционном обучении мы должны организовать работу
так составить учебные задания, чтобы учебные цели были достигнуты. У нас есть цель для и содержание каждого дистанционного занятия, и методы, и инструменты должны быть подобраны такие, чтобы эта цель была достигнута. Если мы перенесем просто те методы, которые мы привыкли использовать на обычных традиционной форме проводимых занятий, мы учебного результата вряд ли добьемся. Значит, давайте перейдем к дистанционным занятиям. Ну, вот мы с вами уже поняли, что они делятся на две большие группы. Это синхронные, которые происходят в определенное время, например, с помощью вебинара на Zoom, и асинхронные. Асинхронные – это те, которые учащиеся, обучаемые могут выполнять удобное для них время, и для этого не обязательно собираться в одно и то же время всем за экранами компьютеров. Например, это занятия, разработанные в дистанционной системе Moodle, и многие из нас имеют опыт вот, работы в таком дистанционном курсе. Я сейчас попрошу вас в чате перейти по ссылке и ответить на вопрос. Так, я сейчас... где у меня чат? Не вижу. Так, минуточку. Угу. Я остановлю тогда демонстрацию пока. Так, в чате я отправляю ссылку на онлайн-досочку. Вы на нее сейчас перейдите, пожалуйста, и ответьте на вопрос. Как вы считаете, в чем преимущество асинхронного занятия и в чем его минусы? И плюсы и минусы синхронного занятия. Так, если понятно, как-то мне это продемонстрируйте, например, плюсик поставьте в чате. Ирина, вы ссылку не прислали? Нет, я прислала. А, у меня стоит не всем, а частная, я ее кому-то отправила. Ага, хорошо, сейчас. Так, все. А вот в синхронном занятии стикеры чуть-чуть повыше. Постарайтесь поднять. Так, я вижу пока преимущество синхронного занятия. Могу сказать, что с телефона это очень неудобно. Конечно. Но зато мы понимаем, как и обучаемым неудобно, если они работают с телефона. Поэтому, скорее всего, нужно рекомендовать все-таки использовать компьютер для каких-то
занятий, которые требуют не просто там ответа «да», «нет», а практических каких-то занятий. Так, значит, давайте подведем некоторые итоги. Видите, да, досочку, которую мы совместно с вами собрали? Конечно, преимуществом синхронного занятия является живое общение. То, что мы видим людей, видим их реакцию на наши вопросы. Но, значит, хотя и можно задавать и вопросы уточнять, но вряд ли мы получаем полноценную обратную связь, работая в рамках вебинара. Тем более, если мы хотим все-таки реализовать деятельностный подход. Мы же с вами все понимаем, что человек обучается, когда он что-то делает, когда он выполняет какую-то практическую работу, когда он работает с каким-то интерактивным инструментом. В этом случае он обучается. Если мы, значит, вебинар проводим и читаем какую-то лекцию, излагаем какой-то учебный материал, то можем ли мы быть уверены, что нас на самом деле хоть и слушают, но слышат, и правильно ли нас слышат, и получает ли человек при этом полноценные знания. Вот сейчас, когда я от вас получила обратную связь, да, я вижу по вашим сообщениям, вы включились в деятельность, и, значит, над этим вопросом задумались, и я получила обратную связь, более полноценную, чем я бы просто вам сказала, поставьте плюсики в чате. Значит, обратную связь на синхронном занятии можно получать, но в достаточно таком ограниченном виде. Если же у нас занятие синхронное, то вы правильно отмечаете, что, во-первых, обучаемый свободен в своем графике. Он свободен в темпе выполнения заданий, потому что у каждого, вы понимаете, что темп свой продвижения, и это надо учитывать. Но кроме того, асинхронное занятие нам дает возможность все-таки осуществить деятельностный подход, разработать задания, выполняя которые человек продвигается, он что-то узнает, он чему-то научается, тому, чему он не умел до нашего занятия. И в асинхронном занятии мы можем получить обратную связь более полную. Так, ну, идем дальше. Идем дальше. Так, и сегодня мы как раз с вами познакомимся с системой, которая позволяет вот такие задания формировать и давать тем, кто обучается у нас, для того, чтобы они их выполнили и вот это вот учебное продвижение осуществилось. Так, мы сейчас с вами будем работать в среде, которая называется CoreUp. Но прежде чем мы в нее перейдем, еще раз давайте остановимся вот именно на обратной связи. Почему в разговоре вот сейчас о сравнении разных моделей обучения именно на ней я сфокусировала ваше внимание. Так, я сейчас снова включу экран. Так. Обратная связь – это то, как мы организуем взаимодействие учителя и ученика. Вот сейчас уже на досочку вас не буду отправлять, а в чате ответьте, пожалуйста, для чего нужна обратная связь учителю, тому, кто ведет дистанционный курс. В чате, пожалуйста, ответьте. Так, чтобы понимать, насколько ученики включены в занятия. Так, тогда
Продолжим ответ на этот вопрос. А для чего нам понимать, насколько включены в занятия? Так, отлично, уже ответ получился. Чтобы адекватно управлять учебным процессом. Чтобы мы видели, насколько успешно осваивается учениками то, что мы им, тот учебный материал, который дали, для того, чтобы скорректировать, чтобы восполнить те дефициты, которые мы поняли, что не хватает. То есть для того, чтобы обучение было развивающим, для того, чтобы было продвижение, мы должны эту обратную связь от обучаемых получать и вносить корректировку в свой учебный процесс. Так, а для того, вот последнее сообщение, как раз то, о чем я и говорю, что планировать наши дальнейшие действия. А теперь в чате ответьте на вопрос, а для чего обучаемому получать от нас обратную связь? Вот мы проверили то, что сделал обучаемый, и мы ему должны отдать обратную связь. Для чего? Для чего ученику обратная связь? Так, диалог возникает. А для чего этот диалог нужен? Так, конечно же, чтобы ободрить, смотивировать, для того, чтобы подтвердить его какие-то учебные достижения, для того, чтобы ему сообщить о тех дефицитах учебных, в чем он неправильно понял или недостаточно изучил информацию. Вот разговор об обратной связи, он очень важен в дистанционном курсе, потому что если от нас обучаемый не будет получать обратную связь за каждое задание, то вот это продвижение будет очень медленным, если оно вообще будет происходить. Давать обратную связь на каждое задание – это непросто. Но к нашей с вами радости вот эту обратную связь дают цифровые инструменты. Поэтому использование цифровых инструментов для получения обратной связи обучаемых – это, в общем, то, что нужно обязательно использовать. И вот эти цифровые среды, которые позволяют размещать интерактивные задания, опросы, в рамках которых обучаемый получает мгновенную обратную связь, это вот то решение проблемы, которое и цифровое наше дистанционное обучение делает возможным. Так. Так, ну а теперь ссылка на ресурс, на котором вы... попробуйте себя в качестве сначала учеников, а потом мы с вами попробуем уже составить такое задание, как учитель. Так, я отправляю в чате ссылку. Так, надеюсь, вы по ней все перешли. И сейчас я снова включаю демонстрацию экрана. Так, вот экран, на котором вы должны оказаться, вход в материал. Значит, вы можете, если у вас уже на вашем компьютере ваш аккаунт как-то опознали, и у вас есть слова «войти», как ваше имя и фамилия, можете от этого отказаться и нажать кнопочку «Войти по-другому». Можете со своим аккаунтом зайти. Значит, если вы нажимаете «Войти по-другому», то можно выбрать «Войти без регистрации». И такой способ можно рекомендовать вашим ученикам. Тогда они без регистрации сразу попадут в тот учебный материал, который вы для них подготовили. Итак, «Войти без регистрации» и нажимаем кнопочку «Войти». Так, я надеюсь, что все дошли.
Если у кого-то проблемы, вы, пожалуйста, прям включайте микрофон и говорите, потому что в чате писать я не успевать, наверное, буду, поэтому включайте микрофон и говорите. Итак, просто мы сейчас знакомимся с уроком, который называется «Правила здорового образа жизни». Что видит учащийся? Что его задание состоит из 4 страниц. Первая страница – это введение, второе – правила здорового образа жизни и еще 2 страницы. Внизу на каждой странице видно, из каких элементов эта страница состоит. Вот на первой видно, что там есть какой-то небольшой тест, есть видеоматериал, медиафайл написано, и есть инструкция. Значит, заходим на первую страницу. Так, значит, мы видим, что здесь есть видеоматериал загруженный, есть задание ответить на вопрос, и дальше вопросы в тестовой форме, где можно ответить на несколько, вернее, можно ответить на вопрос, указав несколько правильных ответов. Так, отвечаем на этот вопрос. Так, и переходим на следующую страницу. На второй странице у нас опять тестовый вопрос, вопрос в тестовой форме, какая-то информация, и снова переходим на следующую страницу. На третьей странице загружено интерактивное задание. Значит, рассыпалась пословица, и нужно собрать по порядку слова этой пословицы. Давайте, пробуйте, собирайте пословицы. Так, и после того, как вы задание выполнили, вы получаете обратную связь. Обратная связь получается, если вы вот тут нажмете галочку в синем кружочке, если у вас все зелененькое, значит, вы выполнили задание правильно. Так. Итак. Значит, инструмент цифровой нам дает обратную связь. Молодец, отличная работа. И мы переходим к следующему заданию. Распределяем, что вредно, что полезно. Значит, мы для чего это сейчас с вами делаем? Мы понимаем, что если ученик работает с таким инструментом, он обучается. Он задумывается на каждом шаге, и, кроме того, инструмент хорош тем, что он получает сразу обратную связь. Так, переходим к следующей странице, и она у нас итоговая, контрольная страница. Здесь у нас приведен уже тест, состоящий из нескольких вопросов. Ученик отвечает. И получает, значит, какую-то оценку за выполнение этого задания. Значит, обратная связь, она делится на два вида. Это формирующая обратная связь, развивающая обратная связь. То есть пока ученик выполняет задание, в дистанционном, тем более, если он в курсе находится, мы должны дать ему возможность ошибки. То есть это не обязательно, он сразу должен ответить на правильно. Когда человек учится, он допускает ошибки. Поэтому при формирующем оценивании мы должны ему дать обратную связь, что у него пока не получается или получается неправильно, и дать возможность ему выполнить это задание еще раз. Для нас в данном случае важен не завершающая оценка, а нам важно, чтобы ученик, обучающийся на наших курсах, он дальше продвигался. А вот в конце уже темы мы можем дать какой-то контрольный тест,
цель этого теста уже оценить знания в конце темы. Здесь тогда мы уже не подсказываем, как в обратной связи в заданиях подготовки к тесту, а здесь уже выставляем оценку за контрольную работу. Так, значит, завершаем урок. И мы с вами сейчас посмотрели, как ученик, обучающийся на дистанционном курсе, выполняет интерактивные задания, что они из себя могут представлять. В следующей части сейчас нашего вебинара мы с вами в эту систему зайдем, создадим в нем учетную запись и посмотрим, насколько, что из себя представляет процесс подготовки такого задания. Так, переходим по ссылке на ресурс CoreApp AI. Сейчас вот я вставляю, вам передаю в чате эту ссылку. Вы туда заходите и регистрируетесь, потому что если как ученик вы в этой среде можете поработать и без регистрации, и имейте в виду, когда будете раздавать такое задание учащимся, что регистрация там не нужна. А для того, чтобы разработать учебный какой-то ресурс, конечно, вам нужно там зарегистрироваться, чтобы ваш учебный материал сохранился, чтобы вы его могли потом раздать ученикам. Так, давайте пару минут на регистрацию. Она проходит быстро. Так, в чате поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже туда дошел и зарегистрировался. Так. Так, ну я вижу, что уже многие дошли, поэтому... Включаю демонстрацию экрана и идем дальше. Так, значит, интерфейс у этой среды, у этого сервиса очень простой. Слева кнопочка «плюс». Нажимаем эту кнопочку и выбираем урок. Так, для того, чтобы... познакомиться вообще со всеми инструментами. Мы сейчас шаблон урока не будем выбирать. Вы потом сами можете посмотреть, что эти шаблоны из себя представляют. А мы выбираем просто пустой урок. Пустой урок. Вводим название урока. Ну, давайте, вот я набираю так. Цифровой. Допустим, след. Так, значит, урок, как вы видели, когда работали как ученики, состоит из нескольких страниц. Вот в начале у вас одна страница, если вы вниз спуститесь, то увидите, что там есть кнопочка «Добавить страницу». То есть разумно урок разбить на несколько страниц. Каждой странице мы можем дать название, не можем, а даже должны дать название. Так, где мы оставляем след? Называется первая страница. Так, вы можете, естественно, и лучше будет, если вы будете разрабатывать то, что вам актуально, сразу писать название урока.
название странички. Теперь разбираем, какие элементы могут быть на этой странице. Слева вот панель стандартов инструментов. Понятно, что это может быть текст. Вы просто его перетаскиваете мышкой и что-то там начинаете писать. Когда вы начинаете с текстом работать, у вас появляется панелька форматирования, абсолютно обычная, со стандартными способами форматирования. Вы видите, что можно поставить ссылку на какой-то ресурс. Значит, это элемент текст. Для того, чтобы элементы на страничке не сливались, не получалась каша, вот здесь существует такой элемент, как инструкция. Если мы его перетащим, мы видим, что эта инструкция может быть просто каким-то информационным блоком, может быть инструкции, например, там для выполнения практической работы, целеполагание, когда вы ставите какую-то учебную цель и дальше ее будете излагать. То есть это как некоторый разделитель между элементами, блоками вашего урока. Постановка вопроса и так далее. То есть вот если... Давайте мы сейчас сделаем просто информацию. Здесь какую-то там важную там информацию, которую нужно выделить, мы здесь запишем. Так, идем дальше по стандартным элементам. Медиафайл. Значит, если мы поставили такой элемент, мы можем загрузить видео, аудио или с компьютера со своего, если у нас есть учебный видео, какой-то материал, который мы хотим сюда загрузить. Или можем поставить ссылку на YouTube. Вот тут прямо есть ушко, прямая ссылка. Здесь в подсказке написано, что это может быть YouTube, Vimeo и там, ссылку на Facebook. Значит, не на все ресурсы, но вот из перечисленных ресурсов мы можем сюда загрузить видео. Я сейчас это делать не буду. Я думаю, здесь проблемы никакой нет. Точно так же мы можем поставить какое-то изображение. Причем изображение мы можем поставить здесь несколько в ряд, потому что... Так, вот я беру изображение, загружаю с компьютера и могу его, значит, размеры изменить. Могу что-то тут под ним подписать. Тоже, я думаю, здесь вопросов у вас, наверное, не возникает. Элемент упражнения. Вот упражнение, вы вот то, что сейчас выполняли, там с классификацией, что там полезное, да, не полезное. Это упражнение, подготовленное в сервисе Learning Cups. Значит, его нужно предварительно в этой среде подготовить и сюда загрузить. Вот стороннее интерактивное приложение может быть только с Learning Cups, но там достаточно всяких форм подготовки интерактивных заданий. Если вы его подготовили, вы сюда ставите ссылку на упражнение, и сюда загружается уже не ссылкой, а развернуто то задание, вы видели. То есть оно интерактивное, оно с автоматической проверкой. В том уроке, который я вам показывала, конечно, там я специально подобрала такой урок, где все максимально просто, максимально простые задания. А на самом деле интерактивное упражнение можно подготовить по сложным темам, сделать его достаточно сложным, таким, чтобы было о чем подумать вашему ученику. И вот сюда, в этот рабочий лист, его загрузить, уже подготовленное упражнение. И элемент, который вот в этом разделе последний, это документ. То есть вы можете сюда присоединить любой файл, например, там презентацию или вордовский документ, таблицу. В общем, вот документ, который не больше 5 мегабайт, вы сюда можете тоже прикрепить к вашему дистанционному уроку. Теперь интерактивные элементы. Элементы теста, они здесь называются. Значит, я, наверное, не буду сейчас показывать опрос, это все просто. Значит, давайте мы с вами сделаем вот вторую страницу.
Так, я надеюсь на то, что вы сейчас там сами пробуете, да, и чтобы у вас появились вопросы, если там что-то непонятно. Значит, тестовый – это один вопрос. Если у нас целый тест, мы таких элементов должны поставить несколько. Здесь переключатель, несколько правильных ответов или один правильный ответ. Вы вводите варианты ответов, и что здесь очень хорошо – то, что вы можете дать обратную связь и в случае правильного ответа, и в случае неправильного. Так, вот я пишу 2 × 2 = 4. Так, ввожу ответ, да, можно было 4, конечно, написать. Так, и нет. Так, правильный ответ у меня да. Так. И я нажимаю комментарий к пройденному заданию. Если задание пройдено с ошибками, я пишу «Учи таблицу умножения». И могу поставить ссылку. Вот видите, умножение. И могу поставить ссылку на ресурс, ну, какого-то тренажера по таблице умножения. Да, вот могу поставить сюда ссылку и куда-то отправить ученика, чтобы он повторил, или на какой-то ресурс где-то, где есть учебный материал по этой теме. А если отвечено правильно, то ответ там другой, да? Так. Так, это мы с вами посмотрели тест. Дальше есть открытый вопрос, но открытый вопрос после прохождения урока придется учителю проверить вручную, раз он у нас открытый. Есть элемент классификация. Классификация, где мы организуем несколько корзин. Ну, например, вот я первую корзину называю «Оставляет цифровой след». Так, а вторую корзину называю «Не оставляет цифровой след». Я не буду писать «цифровой след». Так, и здесь перечисляю слова, которые нужно классифицировать. Это задание аналогично тому, которое вы сейчас делали с вредной здоровой едой. То есть я здесь пишу фото, опубликованная фотография. Так, пост в социальной сети. Так, а не оставляет, ну, напишу, например, текст на бумаге. Так, если мы успеем, мы потом посмотрим, еще сюда можно что-то написать, что не оставляет цифровой след, там, разговор на улице. Значит, нам в этом задании надо показать больше примеров того, что практически все, что мы делаем онлайн, оставляет цифровой след. Поэтому я вот сейчас на этом остановлюсь. То есть обучаемый должен поместить в ту или в другую корзину то, что мы написали. Так. Следующий вопрос с автопроверкой – это когда на совпадение полностью ответа с текстом, который является образцом. Дальше заполни пробелы. Здесь мы пишем предложение, в нем вставляем пропуски. Так, цифровой. Так, и сюда я ставлю поле для ввода какого-то текста. Так, это мир. Так, и снова какой-то пропуск ставлю. Но здесь будет автоматическая проверка, поэтому здесь с точностью то, что человек ведет, должен совпадать с образцом. И опять комментарий к пройденному заданию. Комментарий, когда задание пройдено с ошибками и когда оно пройдено без ошибок.
Так, ну и диалоговый тренажер, я его сейчас подробно не буду разбирать. Если вас этот ресурс заинтересовал, я думаю, вы здесь посмотрите и, значит, подходит вам такой тип задания или нет, сами решите для себя. Что потом, когда мы такой урок составили, мы выходим по ссылочке «Мои уроки». Вот у меня появился урок «Цифровой след». Что я с ним могу сделать? Отдублировать, ну, понятно, удалить, редактировать. Это первая кнопочка. Нам сейчас-то редактировать у меня случайно, я нажала. Вторая кнопка. Для того, чтобы отправить урок, нужно его опубликовать. И вы сразу же получаете ссылку, которую вот сегодня я вам отправляла. Это ссылка для того, чтобы раздать ее ученикам. Вы эту ссылку им отправляете, они по ней переходят по ссылке и выполняют те задания, которые вы подготовили. Справа это ссылка для отправки другим учителям. То есть, чтобы вашим учебным ресурсом воспользовался кто-то другой, вы эту ссылку отправляете, и ваши коллеги делают копию вашего урока. Они не в вашем уроке работают, а в созданной ими копии, могут там что-то модифицировать, что-то убрать, что-то исправить и раздать уже своим ученикам. Так, и последняя кнопочка – это мониторинг прохождения. Так, у этой версии еще не было прохождений. Я сейчас попытаюсь вам показать мониторинг того задания, которое вы проходили как ученики. Так, вот этот закрываю. И вот мы правила здорового образа жизни сегодня с вами урок вы проходили. И вот кто сегодня участвовал, на какие вопросы были ответы правильно, на какие неправильно. Значит, я не могу сказать, что здесь очень полный анализ, но какой-то такой минимальный анализ есть. Во всяком случае, вот я пропустила такую мысль, когда мы говорили о синхронных занятиях и асинхронных. Я думаю, что вот в случае кешер-центров, в случае, когда мы работаем со взрослой аудиторией, наверное, разумно сочетать дистанционную, в смысле асинхронную форму работы и синхронную. И если организовать занятия в модели «Перевернутый класс», то после того, как в дистанционной форме, в асинхронной форме слушатели курсов поработали, мы видим картину, где у них были затруднения, где было отвечено неправильно. И на основе этой обратной связи мы уже выстраиваем синхронные занятия, вебинар, останавливаемся на тех вопросах, которые вызвали затруднения, не останавливаемся на том, что всем понятно, и они самостоятельно освоили этот материал. И тогда, значит, вот этот вебинар, он достигнет той учебной цели, которая ставилась для этого учебного занятия. Так, ну вот у меня, собственно, все. Я демонстрацию останавливаю и жду ваших вопросов. А может быть, пока и не останавливать, что-то здесь еще непонятно. Включайте микрофоны, говорите, если что-то непонятно, задавайте вопросы. Я пока не остановилась, здесь что-то могу показать. Я, наверное, могу подключиться. В завершение мне бы хотелось... вот я сейчас какие-то вещи общепедагогические скажу. Ирина Николаевна, могли бы вы еще ряд инструментов, сервисов рассказать, которые можно использовать, проводя занятия на платформе, ну, такие как Zoom? Вы одно из средств показали. Мне бы хотелось попросить вас озвучить, что это за средство, и, может быть, дать еще какие-то... Вы имеете в виду досочку Padlet? Да, Padlet. Так, ну, доска Padlet, вот вы по ней переходили по ссылке, и, значит, если вы зайдете на этот ресурс,
Вы можете там создать доску, получить ссылку на эту доску и вот так в чате дать на нее ссылку, чтобы получить обратную связь в такой форме. Так, я же, Галина Григорьевна, у меня там была еще доска. Можно мне демонстрацию экрана снова передать? Сейчас я еще Вера Егорова почему-то включила. Давайте перейдем. И еще Ментиметр, может быть, или еще что-нибудь покажите, пожалуйста. Так, Ментиметр. Дальше можно использовать Неопод. Неопод uh-huh. это более такое развитое средство. Если есть необходимость, я могу Неопод, ну, наверное, в другой раз когда-то рассказать, потому что там очень много возможностей. Но вот это реальный инструмент для того, чтобы получать во время вебинара обратную связь. Потому что можно, конечно, 40 минут о чем-то рассказывать, но будет ли достигнут учебный результат при такой форме занятия, значит, это вот как-то не внушает оптимизма. Мне кажется, что навряд ли. Это получается, мы просто переводим фронтальную форму работы в вебинар. Мы о чем-то говорим, слушатели что-то там делают за экраном. Но что они делают и насколько они понимают, в общем, это неясным остается. Так, я сейчас дам ссылочку еще на одну досочку, и вы, пожалуйста, дайте обратную связь. Так, где у меня? А пока Ирина Николаевна дает ссылочку, Вера Егорова, можно отключить вашу демонстрацию экрана, чтобы я могла вас вернуться к своей презентации и заключительные слайды показать. Нам кажется очень важно обратить внимание ваше еще раз. Мы сегодня все в такой ситуации, что не можем, наверное, достаточно быстро и системно создать дистанционные курсы, если вы раньше это никогда не делали. Поэтому сегодня мы попытались показать несколько инструментов, которые позволяют делать именно дистанционные занятия, не продумывая их как, может быть, системный курс, не выстраивая прямо организацию образовательного процесса, дедлайны, понимание, сколько и чего должно пройти, какой результат будет. То есть создание серьезного дистанционного курса – это, конечно, вещь достаточно профессиональная. Но те моменты, тот контент, который вы сейчас создадите, конечно, его можно и нужно будет использовать тогда, когда мы вернемся к традиционному обучению, и все специалисты от дистанционного образования говорят о том, что благодаря там, концепции открытого образования мы дистанционную часть используем для того, чтобы иметь возможность передать какой-то контент именно, а вот все активности мы можем делать очно. В данном случае мы советуем все-таки, так как очно мы не можем заниматься, но оставаться в концепции перевернутого класса и давать обучение и контент образовательный через любой из сервисов, в том числе, может быть, CoreUp, собирая обратную связь, а потом на платформах Zoom, TrueConf, WebEx, любые другие платформы проводить консультации или встречи с экспертами, или наращивать какие-то дополнительные вещи по той теме, которые вы ввели через дистанционное обучение. Мне кажется, это очень важно. И когда мы проводим вот это непосредственно живое общение, как сказала Ирина, конечно, тоже бы хотелось, чтобы здесь были использованы какие-то интерактивные формы. Одна из них, на которую очень неплохо реагируют и ребята, и взрослые, одна из простых Kahoot или Ментиметр, когда можно и что-то спросить, и главное, интересно вывести результаты этого опроса в виде облака тегов, в виде диаграмм, которые тут же строятся и так далее. Но для чего это надо? Не для того, чтобы очень красиво вести результаты, а для того, чтобы потом дальше продолжать работать уже с полученными материалами.
Обратите внимание, что можно не напрямую взаимодействовать один на один, а можно объединить заранее ребят или наших слушателей в группы и попросить для каждой группы, например, свою часть доски, и потом, что кто-то один представит то, что они обсудили. Мы это делали, вот как раз апробировали эти методики, и это тоже неплохо получается. Если у вас есть возможность, например, не один с 30 ребятами проводить занятия, а, например, выбрать несколько модераторов для каждой группы, каждый модератор ведет обсуждение, пусть это будет несколько чатов в своей группе, а потом они докладывают уже голосом, до чего они договорились. То есть, в принципе, на этих платформах можно организовать очень интересные такие образовательные дистанционные события или конференции, на которые сейчас переходят наши с вами и специалисты по мероприятиям. Ирина Николаевна, передаю вам слово, а потом очень быстро покажу заключительные 3 слайда. Так, ну вот я получила обратную связь, что уже не работают слушатели. Пожалуйста, перейдите по ссылочке, дайте обратную связь на доске «Парковка». Только один товарищ дошел с именем анонимное, а больше никого нет. Я вот сейчас демонстрирую экран, да, с этой парковкой. Парковка идей – это момент занятия, когда выясняется, что понятно, что непонятно в конце занятия. Пожалуйста, перейдите туда и напишите. Так. Так, ну, чтобы нам время не задержать, я надеюсь, что все туда перейдут и что-то все-таки оставят, какую-то обратную связь. Я демонстрацию останавливаю, Галине Григорьевне тогда, чтобы она могла презентацию развернуть, передаю. Галина Григорьевна, все, включайте экран. Галя, у нас звук пропал, мы вас не слышим. Угу. Вот, сейчас появился, пожалуйста. Да. Хочу сказать в качестве кейса или демонстрации того, что здесь написано. Когда впервые мы начали заниматься сетевой академии ЦИСКО, наши родители прежде всего сказали, что они никогда не видели, а там были уже взрослые ребята, 14+, что ребенок так учился, потому что, как я уже говорила, обычно в дистанционные курсы используются для того, чтобы развить интерес у ребят, которые чем-то интересуются, но там так выстроен курс для того, чтобы возможность для того, чтобы изучить больше, меньше, чтобы пройти какое-то тестирование, для того, чтобы получить какие-то сертификаты, все это было. Поэтому, когда мы создаем дистанционное занятие, конечно, нужно помнить о том, что, во-первых, нужна самодисциплина ребенку, для того, если это ребенок, и взрослому для того, чтобы пройти от и до, от начала до конца этот курс, нужно подбирать материал таким образом, чтобы это было интересно и было направлено для тех, которые хотят только поверхностно познакомиться и более углубленно познакомиться. Ну и благодаря различным активностям можно было как бы получить обратную связь.
Компоненты деятельности педагога. Конечно, как в любом образовательном процессе, мы думаем о учебном материале, который мы хотим дать, о той практике, которая будет предложена, и той обратной связи, которую мы получим. И те инструменты, которые сегодня показала Ирина, мне кажется, интересны и могут и быть использованы для достижения этих задач. Ну и на что же необходимо сосредоточиться или педагогу необходимо? Определить основные цели, что слушатели должны изучить, что в результате они должны уметь делать, то есть вот этот образовательный результат понять, что же в результате должно получиться, и как от цели дойти до этого результата, то есть непосредственно спроектировать эту деятельность слушателя, которая позволит достичь целей. Это не очень просто, поэтому, как я уже сказала, разработка дистанционного занятия достаточно непростое, ну, не дистанционного курса, непростое занятие. И здесь наш опыт, например, ортовский, говорит о том, что использование ресурсов разных экспертов хорошо интегрируются и получаются интересные курсы. Например, педагоги из Украины, Игорь Кот и Николай, так, и педагоги из Орта России были, мы благодаря вот такой совместной работе создали курс для педагогов, как вы помните, назывался он «Посвящен робоавтомобилю, моделированию робоавтомобиля». Этот курс был очень интересный, востребованный, был первый курс в России, который был посвящен беспилотникам. Завершая курс, я хочу пожелать прежде всем здоровья. Второе, чтобы мы каким-то образом фильтровали то, что на нас сейчас валится, и отбирали то, что нам интересно и полезно. И последнее, маленькими шагами двигались к тому, чтобы облегчить работу себе и сделать обучение, которое сейчас происходит во всех странах дистанционное, более интересным и смотивировать ребят на это обучение. Но в то же время хочу еще раз напомнить, что те вещи, которые сейчас разрабатываются, хотелось бы, чтобы это было, скапливалось в какой-то наш загашник, и мы могли использовать в дальнейшем. Спасибо всем за участие. Если есть еще возможность, то можно перейти на парковку, и для нас очень важно получить от вас обратную связь. А для педагогов и инструкторов центров ОРТ Кешернет мы приглашаем 9 апреля в 15 часов Москвы на презентацию материалов цифрового клуба Digital Lady, который мы разработали как раз в среде CoreUp. Спасибо всем. Есть еще возможность ответить на вопросы, если они есть. Сейчас я посмотрю. И на этом будем заканчивать.